Заседание административной комиссии состоялось сегодня в администрации города. На ней рассматривается ряд нарушений административного кодекса. Например, сегодня дана правовая оценка по 20 составленным материалам. Все они по нарушению режима тишины в ночное время. Такое количество материалов, итоги праздников и выходных дней. Все нарушители, как один, шумели, слушали громкую музыку. У меня были гости, и мы в период, время с часа ночи до 4 утра, громко разговаривали. Играла музыка в квартире. Первый раз. Предупреждение. Комиссия выносит решение, рассмотрев протокол, зачитав объяснение нарушителей, которые, как правило, не являются лично. За нарушение тишины и покоя граждан после 23 часов на первый раз выносится предупреждение. При повторном нарушении штраф 2500 рублей. Далее сумма может повышаться до 5000. Систематически где-то 30% из общего числа. Вот, встречаются тех рецидивистов, которые нарушают это систематически. Но, в принципе, благодаря профилактической работе, которая проводится и правоохранительными органами, и те штрафы, которые выносятся уже за более тяжкое административное правонарушение, так скажем, это уже 2500 рублей. Соответственно, лучше вести себя тихо после 23 часов. Также комиссия рассмотрела два материала на владельцев собак. Нарушение заключалось в отсутствии намордников на животных. В итоге штраф – 1000 рублей. Андрей Симоненко, Эдуард Захаров, программа «Время местное».